Как оказалось, гусиные лапки бывают не только у гусей, а еще и у людей. Вот, в частности, вот здесь. Эта морщинка чаще всего появляется у людей, которые улыбаются глазами. И я считаю, что она человека не старит. Но тем не менее, покажу сегодня массаж, как это дело расслаблять. Обязательно поставьте лайк, поддержите меня. Я хочу, чтобы это видео распространилось и как можно больше людей знали, как это все прорабатывать. Возьмите обязательно масло. Буквально одну каплю. Смотрите, оп, одна капля. Нанесите на уголок глаза и на висок. Поставьте пальцы вот такой галочкой. То есть здесь прямо у нас уголок глаза. Крепко держите и скользите другим пальцем. До чувства разогрева. Почувствовали, что мышца распарилась? Перемещайтесь немножечко в сторону периферии и продолжите. И таким образом прямо до самого виска. Особенно хорошо вам поможет с этим мой курс, который называется «Лоб и глаза». Он и напряжение с глаз позволяет снять, и лоб расслабить. Сделайте эту проработку с двух сторон и посмотрите в зеркало. Я думаю, что результат вас приятно удивит. Желаю вам удачи. Курсы мои доступны по ссылке в шапке профиля. Я думаю, вы это знаете. До новых встреч. До завтра.